Чистая! Это все ты виноват. Что, я? И зачем я только купил это кольцо? Как ты смеешь? Ну, новичок, покажи, что умеешь! Давай больше не ссориться! Что ж, неплохо! Самая мощная водолетная машина в мире! Сверхпрочный экзоскелет! Получил по шее и стал еще сильнее! Ставлю 5 баллов! Эй, ты куда? Что это за чудище? Ничего себе аппетит! Существует легенда о существе под названием Гидромандра. Оно живет в водопадах и впадает в спячку на тысячи лет. Ее может разбудить только одно – жуткий голод. Да уж, вот так удача – оказаться здесь, когда оно проснулось. Удача? Или один наш не в меру импульсивный знакомый умудрился его разбудить? Ума не приложу, о чем ты. Ну все, ладно. Возможно, я доверился интуиции и шарахнул голодному монстру по щупальцу. Откуда мне было знать? А о чем мы договорились вчера? Ты делишься своими идеями со мной, твоим фильтром. Не время для споров, ребята. Этот обжора проглотит весь город. Белл! Сегодня в нашем меню суши! Я могу дышать под водой! Ух ты! Поверить не могу! Так, значит, тогда я... Ну ладно, а что если я... Попробуй вылезти из водоворота! Теперь я сытой. Бен! Куда оно плывет? Вверх по течению. В автобус! Не могу поверить! Эта гигантская жаба проучила меня как ребенка! Город разрушен, древний монстр проснулся! Все из-за этой глупой бентуиции! Главное, что ты сам остался цел! Мы все в опасности. Похоже, монстр направляется к озеру Эри. Озеро Эри. Ну да, все спасатели в отпуске. Ты права. Мне нужен фильтр. Поможешь? Смотри, кажется, ей больно. Ого, надо проверить, она погружается. Все закончилось, ты победил. Да! Радоваться еще рано. Почему? Не каждый день я побеждаю, гидромантр. Ты не победил, Бен. Она размножается. А? Вот что заставило ее подняться со дна. Потомство. Что мне теперь делать? Используй того, кого знаешь лучше всех. Человека огня. Ладно, да. Человек огонь. Надеюсь, вы любите классику. У меня есть излюбленный трюк, который я называю «Огненный шар». Так, но это еще не все. Так, это еще один огненный шар. Так, я вижу, что вы еще хотите. Вот так, кажется, больше не осталось. Квен, их слишком много. На всех шаров не хватит.